Короче, ребят, всем привет! Сегодня поиграем на полигоне. Уже какое-то третья запись в этом бою. И, в принципе, погамы мы на Титана Вулкане, как я обещал в конце прошлого ЛП. И сегодня со мной будет Стручок. Женька, поздоровайся. Да, всем привет. Ладно, в общем-то, Жек, пока ты там трындел, это Данил был, да? Чего? Это Данил. Не-не-не-не-не, это не, это секретная инфа. Это Банюк звонил. Я вот только хотел сказать. Ладно, в общем-то, ребят, отлично. Ну, давай, Жек. В общем-то, я рассказал насчет той истории, когда мы тебя немного вздрючили с пушистой Мишкой, Робом, в общем-то, со всеми теми людьми. И потом у тебя как подгорнуло, ты удалил меня с интересных и из друзей, из танков. А, да, было такое, было. Было, было, ребятки, было ничего. А потому что, а нехер, а нехер. Ибо... Блин, а знаешь, что я сейчас придумал, какую пушку? Миномет. Короче, там стоит игрок, я в него выцелить не могу, но я знаю, если там будет минка, он оттуда никак не выйдет. Смотрите, целимся шафтом. А, блин, конечно, это прям как с этим. И там минка, короче, ставится на этом месте. Понятно, я сейчас вообще по-жесткому фризатор, ну, на двух минках и... В принципе, вот этот фриз опять здесь отреспался, а нет, этот... Отойди, я его снесу. Да, выйди, пусть он выйдит. Видишь, какая прикрытие. Кстати, хорошее. Ребят, вот, Джек, ты смотрел этот киносериал «Закон каменных джунглей»? Нет. Блин, ребят, что-то я вообще подсъел, прикольно, прикольно, мне прям нравится. Нравится. Не... Сериал, сидит Берик вечером, носочки вяжет и сериал. Киносериал, парень. Это кое-что другое. Сериал это... там, не знаю, какой-нибудь «Не родись красивой». А это что такое? Ты не знаешь? Капец, я, блин, в первом классе вообще когда почему-то, ребятки, фанател по этому сериалу, вообще просто для баб. Все понятно, все понятно. Вот, а ты что вообще смотрел в детстве? Какие там сериалы? Я смотрел, помню точно, «Кадетство», у вас было такое? Я знал об этом сериале, но я как-то его не смотрел, он не прикал. Кстати, ты знаешь фильм «Академия полиции»? «Полицейская академия», вернее. Не-а. Ты не знаешь? Что-то, блин, походу у нас ничего не сходится. Вот ты... Пукан. Бомбящий. Как можно не знать? Это вообще это офигенный фильм из 8 частей состоящий. «Полицейская академия», блин. Посмотри, там, не знаю, с 80 какого-то года он шел по 2000, наверное, где-то так. Вот, и короче... А ты смотрел мультик? Блин. Как он там назывался? Мультик, блин? Блин. Я забыл. Короче, там три девчонки-шпионки. Не смотрел? Там. Винкс, что ли? Не, Винкс это уже другое. Там типа Сэм, Кловер и Алекс. Там, в общем-то, тоже девчонский мультик. Я его смотрел, когда был летом у двух сеструх. Кстати, одна из которой как-то в позапрошлых пенках на меня кричала, когда я Жеку зарюкнул. Вот, в общем-то, вот такие вот, ребятки, делишки. Там, кстати, фризак пытается пролезть и... Давай. Отлично, мы его столкнули. Мы его столкнули, дорогие друзья. Это просто заслуживает похвалы. Давайте здесь просто встанем и не будем никого пускать. Я тут по своим стреляю, стою, знаешь, как весело. Ну да, кстати, Жек, ни одного голода еще не было. Просто ни одного. Странно. Чё, бабло пришло? Или чё? Чё там такое опасное? Жек? Нифига себе. Да чё такое, блин, ну... Говори! Сейчас. Да ты рак, ну говори ты быстрее, ну ёпта! Да Жека! Ну ты рак или чё? Ну говори давай, чё ты ржёшь, как конь, ёп. Я, короче, нашёл, ну и мы же тут обсуждали нашу переписку, да? Ну? И я нашёл упоминание о мастере. В плане? Короче, чё-то тут... Ты меня, кстати, поздравил с днём рождения. Вот, и 5 июля ты такой говоришь: Жека, прости за...
матное слово, я бы бан на месяц дал. Помнишь, вчера на сапёре папа на районе? В общем, ты знаешь, как подписан в паблике мастер Роб? Знак вопроса. Я типа, да, а что? Ты пишешь. Он написал, что у этого папы вылетел интернет, и он типа не попал на второй раунд. Я пересмотрел список участников, и в списке этого папы вообще не было. А у игрока, которого вылетел интернет, по-настоящему ник там такой-то. Мы его выгнали. Я такой, и ты мне дальше пишешь. Мастер Роб конкретно наврал. И такой-то игрок продолжил участие в конкурсе. Типа, ты на мастера тут звонишь. Вот, видишь, мастер Роб конкретно наврал. Он хотел своего друга в сапер позвать. И что-то, и сказать, все, типа, у него интернет вылетел. Видишь, ты на мастера не годишь. Вот негодник-то. Я написал, нет, мастера Роба знаю лично. Он бы такого не сделал. Я просто что-то. А как давно ты с мастером? Я кому-то разрешил играть с другого ака. Вот так и получилось. Как ты с мастером ты познакомился? Такой, а, ну тогда сори. Жека, как ты с мастером познакомился? Я не знаю. Так. О, потом какой-то скрин. Фига, какой-то скрин старый нашел. Какой? Что там какое-то плохое качество, блин? Берик не уж типа, видел, слал. Ну ты понял, да? Типа, что-то там я, все на вас по рельсах и что-то там... Блин, и там написано, ну ты понял. Да-да-да. Это мы с ним... Кто там на скрине? А? Кто там на скрине на этом? Короче, не, я тебе сейчас все расскажу. Это был сапер, который на кунгуре, где-то папа на районе, да? Я не помню, какой это, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. В общем-то, и получается то, что... Я залез на безумного Дэна, а на меня залез Хойка. И мы в такой пирамидке тройной, пошлиной стояли. И там ты со спека это заскринил, а там сделали потом мем. Ну ты понял. Ну. Че такой тупой? Не, я быстренько так не могу. Блин, дальше хочу прочитать. Скажи так. Тебе вчерашней кошки не хватило? Тихо, так. Тебе не хватило вчерашней шаурмы? Не. Жили. Тихо, дайте его убью. Да, отлично. Короче, там ничего еще интересного в переписке ты не нашел? Ну, пока что нет. Давай, находи игнор время, чем по игнору. А когда это было? Какого числа? Попробуй после Нового года поискать. В смысле, какого ты короче, числа? Ты просто смотри, где моих сообщений дофига, и все. Вот и все. Блин, у меня, если честно, планшет нагревается. Какие фоточки я тут нарыл. Какие? Опиши их. Я не могу описать. Да пиши ты. Нет. Быстро описывай. О, ты мне скинул, кстати, какую-то фотку. Как ты около какой-то машины стоишь, сзади написано «Народа бессмертен», что-то там, что-то с КГ. Что-то там какого-то народа бессмертен. Ты стоишь около тачки, бело-синий, на ней флажок какой-то. А, бело-синий, там на флаг не обращай внимания, бело-синий, не знаю. Да, это было... блин, это было... Где-то под август, да? Это было? Когда ты мне скинул эту фотку? Да. И это ты меня спрашивал, где это, типа я оделся, что я не знаю. 20 августа. Да. Ну, что-то такое. А это, короче, мы там были на выставке, это тачка бати моего. Он типа любит ретро-авто и коллекционирует их. Где там этот чемпионат мира по игнору? Какого числа он? Да будет? Я не знаю, после Нового года. Посмотри, я тебе говорю, Жек, просто мотай и ищи, где моих сообщений. Просто дофигища много. Я уже общагу нашел. Ну? После. Это было... А, вон ты мне кидал фотку какую-то там. Ну, листаю. Ну? No. Ты мне скинул, как вы какому-то другу своим презик на голову натянули. Что? Это на превьюху стал. Короче, ребят, мы тогда дежурили. И подумали, блин, почему вот не попробовать, типа... Ну, я там взял пачку гандош и 12 штук. И получается, мы там... Я проспорил, я пытался его
через нос, вернее, через рот из носа высунуть, вернее, через нос изо рта высунуть. Вот. А друг мой проспорил, и он его на голову. Ё-моё. Ну, после Нового года я уже 10 января, никакого игнора я не вижу. Ищи, ищи, ищи. Там, капец. Фига, опять фотки какие-то бешеные пошли. Ну, нашел? Блин, Джек. А, ну вот, 16, 17, 18 игнорил. Давай, и что я тебе там писал? Стрим, конфа, скуп, скуп, идешь, скайп, скайп, Джек, занят что ли, хелп нужен, ясно, не нафлудишь, короче. Это я три дня подряд, короче, писал. А, во-во-во, вот. Че, жесткий игнор начался? А, нет, не-не-не-не, что-то не то. Нифига никакого игнора нет. Есть. Можешь дальше посмотреть. А, вот он. А, нет, что-то я тут опять написал тебе. КС, танки, я написал го. Ты такой... А, нет, это все в один день было. А, нет, во-во-во-во-во, кстати, во. Ну, что-то уже нашел. То есть, 7-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го. То есть, с 7-го по 13-й я тебе говорю. Сори, злой был, скайп, КС, танки, отвечай, ЛС, ответь, ну, ёпта, о-о-о-о-о-о-о, Жека был тут, домой уехал, а чё, ты чё-то в конфе со школьниками какими-то был? А, это я помню, Жека, это я... ты на спеке, скуп тут, Женька, короче, скуп, срочно напиши в скуп, Вась, скайп, Жек, ты комменты отключил в паблу, вот, я тебе написал, что да. Это так, ну мар... Что? Это... Ой, февраль, да? 13 февраля, да. 7 по 13 февраля. Не было никакого игнора такого. Вау, читер! Где? Провалился вниз. Какой низ, где? Вниз. Черт, ник. Сергей 432. Че, Генус? Да. Он вниз провалился. Ребят, вот где еще стоим, провалился вниз, вы видели? Нет, я не видел. Блин, зайти сейчас со спека, а? Просто посмотреть бы. Где? Ну-ка покажи, давай я как-нибудь спрыгну и посмотрю, что он там делает. Короче, ребятки, я сейчас немножко на паузу поставлю. Короче, ребятки, в общем-то, мы вернулись, и представляете, этот чувак вышел, вот только я зашел на спектатора, и он просто схлынул вниз, походу, там... Под картой нашел выход вообще из боя. В общем-то, просто убежал от нас, убежал от закона, убежал от следствия. И, в принципе, вот так вот люди поступают. Сначала читерят. Ну, я не знаю, это вообще чит или нет, но на самом деле он так подозрительно как-то ушел. Я думаю, если вы внимательно заметили, то тоже сделали какой-то вывод. Вот, так что... В принципе, я думаю, то, что если, блин, я бы его заснял, это было вообще жестко, просто жестко. Вот, но, как видите, он просто вышел и, в общем-то... Ой, все плохо. Все просто плохо, ребят. Кстати, я так понял, в этот... А, да, точняк, этот ЛП, ребятки, вы смотрите в воскресенье, и на самом деле... А, нет, вы этот ЛП смотрите в пятницу, ребят, значит, сегодня вышел... видеоблог, в котором говорится то, что завтра в субботу будут фондики какие-то офигенные. Вернее, голды, а в воскресенье будут какие-то фондики офигенные. Ты, Жека, слышал об этом же, да? Ну, типа на Твиче, если будет дофигища. Ну, я уже поговорил, да, об этом. Смотрите, который сегодня вышел. Так что, ребята, если... А, я не смотрю твой ЛП. Фу. Короче, ребята, в общем-то, если... ну, то есть, я думаю, вы понимаете то, что я так записал дофигища ЛП, чтобы взять немножечко отдых, и, в принципе, думаю, вы меня поймете, и если там какие-то дофигища классные обновления вышли, то вы их не увидели в ЛП, значит, какой-то бред я сейчас несу, ребят. Это прям инфа-сотка, а Жека молчит и что-то там фапает, да? Жека, ты фапаешь? Жека листает переписку и пытается что-то нормально найти. Короче, ладненько, мы сливаемся, ребят, идем все-таки в гараж.
И я говорю всем спасибо за ЛП. За ЛП, да. За просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в паблик, подписывайтесь на канал. В общем-то, всем удачи. Всем пока. Всем пока. Нет, не пока. Мы будем, ребятки, играть на диком молоте в тине. Все, ребят, всем удачи. Всем пока.